Всем привет, друзья! Сейчас мы с вами сделаем фонарик, который будет работать без аккумуляторов или батареек. Итак, для этого нам нужно баллончик от спрея, цилиндрик от шприца, медный провод, изолированный лаком, диодный мост, светодиод, кнопочка, неодимовые магниты и емкость, конденсатор емкостью 47 тысяч микрофарад 16 вольт, можно и меньше напряжения, например, 10 или 5 вольт. Первое, что мы сделаем, намотаем наш провод на вот этот вот цилиндр. Вот что у меня получилось. В итоге я намотал 1000 витков. Теперь данную конструкцию скрепим скотчем для надежности. Теперь соберем проверочную схему и проверим, сколько она сможет выдать нам напряжение. Я сделал длинные проводки, так как неудобно вырабатывать напряжение. Итак, я зарядил конденсатор до 2,7 вольта. Этого вполне достаточно для того, чтобы горел белый светодиод. Итак, осталось собрать все вместе. Теперь все спаяем вместе. Ножка минус на диодном мосте с минусом конденсатора, плюс, соответственно, с плюсом. И вот переменное напряжение, которое будет здесь, мы припаяем проводки к другим проводам диодного моста. Затем возьмем с конденсатора плюс и минус и через выключатель запитаем наш светодиод. Вот что у меня получилось, друзья. Теперь проверим, как он работает. О, не горит, надо дольше. О, работает. Теперь проверим, как светит наш фонарик в темноте. Итак, друзья, нашел я темное место. Ну, светит, как светит один светодиод. По длительности это будет приблизительно 2-3 минуты. То есть подзаряжается он просто. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных поделок.